Спустя 5 лет любимый всеми ивановцами праздник «Открытое небо» возвращается. 9 августа с 10 до 16 часов все желающие смогут посетить мероприятие совершенно бесплатно. На северном аэродроме пройдут показательные выступления авиамоделистов, воинов-десантников и парапланеристов. О том, как сработали организаторы, на пресс-конференции журналистам рассказал зампред Андрей Кабанов. На территории будет работать полевая кухня, а те, кто не захотят солдатской каши, смогут купить шашлык, пирожки и прохладительные напитки. Вход с алкоголем на территорию аэродрома строго запрещен. При необходимости граждан будут даже досматривать. Для курения оборудуют специальные отдельные площадки. К месту проведения праздника с 10 до 16 часов будут ездить бесплатные автобусы. У них будет 3 точки отправления – площадь Пушкина, площадь Победы и улица Станционная. Настоящим сюрпризом для гостей «Открытого неба» организаторы считают выступление пилотажной группы «Соколы России». Уговорить их было непросто. Свое мастерство они привыкли демонстрировать на престижных мировых соревнованиях, например, в небе Франции и Норвегии. На боевых самолетах демонстрирует элементы воздушного боя на малых высотах. Кроме воздушного боя, «Соколы России» демонстрируют одиночный пилотаж, комплекс фигур высшего пилотажа, в который входит петля Нестерова знаменитая, ракушка, вираж, роспуск и целый ряд других.